просто еду в лифе вот сейчас, взял у друзей покататься, посмотреть. Ну, такие интересные впечатления. Конечно, классная машинка вот для города, просто бомба. Если бы еще был больше пробег, то ну, было бы просто идеально. Вот. Но вот смотрите, вот я еду в пробке сейчас перед Нивками, там, да, сейчас тут мост делают. Вот как оно все выглядит, все очень тихо, то есть, точнее говоря, вообще нету звука никакого. Неплохая шумоизоляция. Вот. Когда едешь по пробке, вот смотрите, 99 километров сейчас расход. Вот в принципе, когда едешь по пробке, то оно очень классно, потому что фактически не расходуется энергия. То есть это идеальная машина для пробок. Но если, конечно, притопишь там даже 106, там 110 километров идешь по трассе, там или 100, даже сотку, то энергия расходуется быстрее. И фактически я проехал сейчас 15 километров, а энергии ушло на 40. Ну, 20 я проехал где-то. Вот, поэтому, конечно, за этим будущее, я думаю. Вот, я думаю, что и сам такую машину куплю, в конце концов. Как только бак будет хотя бы там на 300 километров, а лучше на 500, вот 500, 700, не говоря про 700, вот как, допустим, на бензиновом, у меня на дизеле я привык, что я там 900 километров проезжаю, там 800 при быстрой езде, и это хорошо, вот, а здесь, конечно же, вот как только эти показатели с баком вырастут, с емкостью или аккумулятора, точнее говоря, то это будет, ну, просто бомба, я считаю. Так что пробуйте, смотрите, будущее, оно уже рядом. Хотя я думаю, что многие упускают из виду, что это будущее, она тоже потребляет электроэнергию, которая должна где-то вырабатываться. И плюс батареи в производстве достаточно экологически нечистенькие. Вот, поэтому не все так просто с электромобилями, но на 100% я думаю, что через 5 лет даже в Украине их количество будет исчисляться сотнями тысяч. Ну, вот просто нет никаких сомнений на этот счет. Так что вот такие дела. Счастливо.